Сегодня хочу рассказать об умном чайнике от Xiaomi. Начну с небольшой предыстории. Где-то почти год назад я на AliExpress увидел крутой умный чайник от Xiaomi с управлением со смартфоном. В смартфоне можно было кипятить воду, настраивать время поддержания температуры и выставлять точно такую, какую тебе нужно. Все это управлялось через фирменное приложение Mi Home. К сожалению, чайник пришел сломанный. Деньги мне за него вернули, но поскольку распродажа уже закончилась, покупать новый я не стал. 11.11 я увидел точно такой же чайник, как мне показалось, по скидке за 1500 рублей. Только он оказался обычным чайником, а не умным. И вот недавно я вновь заказал умный чайник от Xiaomi, но он оказался не настолько умным. Так, обо всем по порядку. Mi Smart Kettle Pro – чайник объемом 1,5 литра. Вилка здесь европейская, потому что заказывал с Tmall. Шнур удобно прячется под внутреннюю часть подставки, как и у остальных чайников Xiaomi. Корпус двухслойный, внутри нержавеющая сталь, снаружи пластик, который при полном закипании чайника нагревается едва ли до 35 градусов. После установки чайника на подставку я открыл приложение Mi Home, и оно уже само предложило мне подключить чайник к приложению. Примерно через полминуты вы можете продолжить настройку, выбрать комнату, в которой у вас стоит чайник, и переименовать его. И вот тут меня ожидало самое обидное. В приложении можно настроить время и температуру поддержания тепла, настроить параметры сохранения этого самого тепла, и все. То есть через приложение вы не сможете закипятить чайник или включить поддержание тепла, чтобы чайник нагрелся до нужной температуры. Для запуска этих действий вам нужно нажать на физические клавиши на самом чайнике. Так что если вы хотите по-настоящему умный чайник, я оставлю на него ссылку в описании. Однозначным плюсом этой модели является отображение температуры на ручке. Это очень удобно, понимаешь, когда нужно или наоборот, когда не нужно лишний раз включать чайник, кипятить его. Поддержание температуры на протяжении 12 часов тоже штука достаточно интересная и полезная. Можно просто подливать воду, чайник весь день будет поддерживать заданную температуру. Работает чайник достаточно тихо, можете сейчас сами послушать. В приложении в это время будет отображаться приятная анимация и текущая температура в чайнике. Так что в целом чайник-то неплохой, просто почему-то у него нет одной, но лично для меня важной функции, функции удаленного запуска, чтобы я мог, работая за компом в другой комнате, нажать на кнопку в телефоне, а потом пойти и сразу заварить себе чай или кофе. Кто бы мог подумать, что я буду жаловаться на то, что мне приходится отрывать свой попу с дивана, чтобы заварить себе чай, надо же. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео, все же ссылки будут, как всегда, в описании. Женя! А? Ты что там делаешь? Я работаю.